у тебя нет возможности выступить в «Аватаре», спеть нам что-нибудь? Слушай, я, наверное, в этой жизни мало когда о чем-либо жалею, потому что, наверное, мне предоставится когда-нибудь такая возможность, что я тоже познакомлюсь с технологией «Аватара». Но, в принципе, когда мы снимали промо-ролик, я отчасти с ней познакомился. Поэтому суть мне понятна, поэтому я побывал и по ту сторону выступлений, а сейчас вернулся к своей прежней привычной роли ведущего. Как тебе то, как получился промо-ролик? Промо-ролик фантастический. Я даже не верил, что это я, что я могу летать, перепрыгивать и вообще преодолевать такие сложные большие расстояния. Мне всегда нравится делать музыкальные заставки, я этим всегда горю, мне нравится все прописывать, записывать, там бэк-вокал, здесь вот так вот лучше сделать. А, конечно, мне доставляет это огромное удовольствие, и я думаю, что зритель это тоже чувствует. Ты сам гадаешь, кто там? Да, конечно, однозначно. У меня уже есть определенные версии по поводу некоторых персонажей, но очень сложно. То есть первые два выпуска мы сейчас снимаем, и пока у меня особо глобальных, прям таких стопроцентных версий нет. А как тебе состав жюри? Прекрасные. Слушайте, люди с прекрасным чувством юмора, очень легкие на общение, они между собой дружат. Я их некоторое количество лет тоже знаю. Поэтому в целом мы коннект нашли очень быстро. Я понял. Тебе... Я понял, кто это. Кто? А, вы когда-нибудь плюс? Пели, господин Чек-Амфибия, пели ли вы когда-нибудь в дуэте? Конечно. Не пара. Александр Шоуа. Вот сидел бы и трепал, шаман, там, не знаю, колдун. Вы же общаетесь в жизни? Ну, общаемся. Ну, теперь нет. Если он там будет. Сережа, дорогой, ты умница. Ну, конечно. Прости меня, Саша. Александр Шоуа. Да, вот раз, здесь. Два, три, раз, два, три, да. Да, отлично. Как Хулио Иглесиас, вот так. Я никогда не понимал, насколько сложно находиться внутри 3D-пространства. Я представить себе этого не мог, и сегодня ту поверхность, которую мне показали, скажем так, я ее отчетливо понял. Буквально повторяется движение мимики, там, пальцев, вздох, глаза и так далее. То есть фантастика, невероятно. Удивили, просто удивили. Твой заветный напев, чудотворный. Почему человек-амфибия? Я для себя выбрал персонаж, который мне дорог с детства, скажем так. Какая-то степень свободы, вдохнуть воздуха, как все остальные люди, и потом, будучи человеком, по крайней мере в сознании, погружаться вместе с обитателями совсем другого мира в их собственное жилище, то, что для нас фактически недоступно, где мы только гости. Человек-амфибия, ты нас увел в какую-то такую реальность. Просто фантастика. Я не был здесь, сейчас, сегодня. Я был вот где-то в той космической, я не знаю, подводной реальности. Конечно, это все я понимаю сейчас. В детстве мне казалось это совсем другим. Так вот, я рад, что мне достался человек-амфибия, потому что это фантастический герой. Это круто. Спасибо вам большое. Спасибо за участие. Спасибо. Это было очень здорово. Спасибо. Благодарю. Спасибо.